В этом видео хочу рассказать вам такой управленческий прием. Называется он расщепление препятствий. Суть его сводится к тому, чтобы, если когда вы сталкиваетесь с препятствием, не идти напролом, а как бы зайти со стороны. И таким образом вы потратите меньше энергии, но вопрос будет решен. На примере. Ну вот, была у меня такая ситуация. Ну, по тем или иным причинам я принял решение расстаться с сотрудницей. Ну, я понял, что наши взгляды на жизнь с ней расходятся, на бизнес. И, ну, мы не сможем дальше работать вместе. И я ей говорю, ну, вот такие дела, пиши заявление об увольнении. А она мне говорит, а я не хочу. Ну, мне у вас все нравится, ну, нормальная зарплата, хорошие условия, хороший коллектив. Мне нравится, как ты управляешь, ты мне нравишься как руководитель, не хочу увольняться. Я ей говорю, а, ну да, хорошо, не увольняйся. Ну, ты не хочешь увольняться, да, действительно, что тебе увольняться? Я тогда тебя уволю по статье. Ну, раз ты не хочешь увольняться, значит, я тогда уволю тебя по статье. А она говорит, да нет, ну это нехорошо, уволить по статье, да, ну, как-то некрасиво, я обижусь, могут быть проблемы, там всякое такое, тебя у меня. Я говорю, да, хорошо, давай тогда так, смотри, иди, тебе вот сегодня там четверг, до понедельника ты прими решение, ты хочешь, чтобы я тебя уволил по статье, или ты приносишь заявление об увольнении, ну, или сама выбираешь какую-то иную форму, по которой я могу тебя уволить. Ну и в понедельник она принесла заявление об увольнении. То есть суть приема какая? Я решил для себя, что я хочу ее уволить. Она не хочет увольняться. Можно пойти на конфликт прямой. И поиметь таким образом и себе, и вообще проблемы. А можно просто сформулировать чуть по-другому. Ну, у тебя есть выбор. Или так, или так. А женщины, они, как правило, идут по пути наименьшего сопротивления. Они, как правило, не хотят принимать решения, которые могут быть для них сложные. Они простенько принимают то решение, которое есть. То есть это мужчины, как правило, долго думают, сложно думают, молчат там, как бы решить, чтобы такое придумать. А женщина существо такое более не легкомысленное, а более такое чувственное. Поэтому и они меньше склонны нести ответственность за принятие своих решений, как вот в семьях бывает. Женщина часто подводит мужчину к решению, но решение принимает мужчина, и потом она его за это же упрекает. Ну ты же вот решил, а я говорила, но об этом в другой раз. Вот. То есть техника называется расщепление препятствия. Все очень просто. Было препятствие, его расщепили на две части и пошли дальше по прямой. Все, пользуйтесь. Пока.